Relay competitions are among favorites for coaches, athletes and fans. But what is the secret behind a successful relay? Is it only the sum of individuals that brings glory to a team and battle to the hearts of a whole country? We search for these answers on a series of web interviews. When it is about medals in women relays, you can surely count Ukraine in. Even if they often train separately, they rarely fail to deliver in big events, finding within the team the best performances. Меня еще с детства воспитывали, что вот эстафета – это что-то особенное. На эстафете надо больше всего стараться, потому что это команда, это престиж, это достижение. Ну и, видимо, оно так и переросло уже и во взрослую жизнь. Командная эстафета – это как бы командный дух. Это как бы все одно целое. Это как бы не 4 человека, а получается 1 человек за всех. И все свою энергию, всю свою силу, всю свою по максимуму, все стараются отдаться. At times, however, it is not just about giving the best for the team, but knowing when to step back. This was the case of Valj Semerenko, who had been a pillar of the squad. But during the World Championships in Antholz, she told the coaches she was not feeling well enough, and therefore she would not compete on the relay. Тренер, конечно, был удивлен, спрашивал, это точное решение? Я говорю, да, говорю, это точное решение. Это несложно было сделать, потому что не хотелось подводить команду. Я знаю, я уверена, что наша команда сильная, и хотелось, чтобы у нее была медаль. Ukraine scored a superb bronze medal that day, but the whole team felt that Valj was part of the success. Валя в тот день полностью она провела с нами, она от начала до конца следила, была на трассе, на стадионе. Потому можно сказать, что мы даже впятером бежали в тот день, и, естественно, она вместе с нами разделила нашу радость. Да, действительно, когда девчонки награждались на пьедестале, и я ощущала себя, как будто там 5-й человек, если бы можно было, я бы тоже вышла. Это было очень приятно принимать медаль в нашу команду. That day, the whole team got a great reminder that the only way to success is to put differences aside and the team in the first place. Не ты сам за себя, а все за тебя и ты за всех.